Давайте я расскажу о нашем генераторе водорода, который мы производим. Основные моменты – это производство водорода до 24 литров в час. Соотношение 67% водорода и 33% кислорода. Ингаляция области глаз, кожи лица, а также изготовление водородной воды, либо воды с отрицательным редокс-потенциалом до минус 580 ОП. Основные вопросы, которые задают нам наши клиенты, давайте на них и ответим. Сроки отправки оборудования после оплаты. Они колеблются фактически в тот же день. Мы стараемся отправить оборудование согласно той комплектации, которую мы с вами предварительно согласовываем. Мы отправляем оборудование в страны СНГ, Белоруссия, Казахстан, Украина, а также по России. В основном это компания DPD. Удобно, быстро, качественно. Сроки составляют от 6 до 10 дней, в зависимости от удаленности от нашей локации. Гарантия на прибор составляет 12 месяцев и послегарантийное обслуживание. Если потребуются, все вопросы, которые возникают во время эксплуатации, вы можете задать их, так скажем, в онлайне непосредственно мне и получите фактически в течение нескольких часов ответ. Если данная тематика не освещена в инструкции по эксплуатации. После отправки оборудования мы высылаем комплект видеоматериалов по настройке оборудования, режимах эксплуатации, а также замена воды, и все-все-все подробно расписано в текстовом документе с фотографиями, что позволит даже людям, не весьма владеющим гаджетами, разобраться в данной документации и полностью запустить оборудование в режим генерации водорода. Если все-таки возникнут вопросы, задаются все в онлайн, созваниваются, либо переписка, и вы получаете фактически мгновенные ответы, если таковые вопросы у вас появляются. После гарантийного обслуживания мы точно так же осуществляем, так как все возможно, электроника и основной блок реактора, он состоит из металлических пластин толщиной 2 мм. Средний срок эксплуатации составляет где-то приблизительно от 10 до 20 лет. Это достаточно большой срок эксплуатации самого реактора. По электронике здесь, соответственно, все зависит от того, как вы будете его эксплуатировать. Аккуратно, неаккуратно и так далее. Расходные элементы составляют вилка и розетка. У розетки цикл включения-выключения составляет 6000 циклов. Соответственно, это своего рода расходники, которые вы можете самостоятельно поменять, либо обратиться к нам за сервисным обслуживанием. Это основные вопросы, которые задают нам клиенты перед покупкой. Всем желаю хорошего настроения. С наступающим Новым годом. Пока.